пятница. Поэтому сегодня я не украшалась, не одевалась, и я приехала после учебы, я поспала и решила записать для вас видео вот так, прям как я хожу дома в спортивном костюме, в очках и с чем-то на голове, с каким-то недоразумением. Вот, сейчас буду упаковывать подарки для подписчиков, потому что их нужно уже срочно отправлять, я, как обычно, всегда все делаю не вовремя. Я уже подготовила все, что мне нужно. Сейчас принесу. А еще недавно я зашла на почту и узнала, какие цены на пересылки в, ну, скажем так, в Россию и вообще за границу. Так вот, за 3,70 я могу отправить коробку, которая будет весить до 500 грамм. И если посчитать вес подарков, которые я отправляю своим подписчицам, то получается, что там как раз чуть-чуть больше 500 грамм. Поэтому мне нужен необычный инструмент для упаковки подарков, а именно весы. Для начала я буду склеивать коробки, которые я натырила себе на работе. Сложила, чтобы донести как-то домой, потому что я же еще была на учебе, вот, так что, да. Так, я собрала первую коробку, и теперь посмотрим, сколько она весит, потому что если она весит около 100 грамм, то реально я уже не смогу ее отправить по дешевому тарифу, мне придется заплатить в 2 раза больше. Так, коробка весит 76 грамм. Теперь я попробую туда сложить подарки. Я думаю, что я не вложусь 500 грамм. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. А, нет. Не вложусь. Так, ну вот, я все упаковала. Закрутила все в газету, чтобы ничего не поломалось. И у меня получается 630 грамм. Ту-ту-ту. Так, я выспалась. И я иду отправлять ваши подарки. Класс. Я только что отправила подарочки для подписчиков. Дорого отправлять, я заплатила за это 20 евро, почти 19 за 2 посылки. Но, по крайней мере, у меня есть квитанция и номер, по которому я могу отслеживать, где сейчас эта посылка находится. Так что, ну, в принципе, я часто отправляю что-то, но... Нет, наверное, я не часто отправляю, я часто получаю посылки от родителей со всякими вкусняшками. Вот. Получается, конечно, из Германии достаточно дорого отправлять. Ага. Сегодня суббота, день рынка, поэтому тут очень много людей на площади. Тут стоят палатки и продают свежие овощи, прям вот, которые тут совсем недалеко выросли.